Всем доброго дня. У нас уборка. И щенки знакомятся со страшным зверем по имени пылесос. Сначала все были в шоке. Потом немножечко освоились. Поняли, что вреда никакого он не причинит. Шума много. Но ничего страшного не происходит. Немножко даю им возможности обнюхать, освоиться, понять, что это не страшно. Обычно мы уносим щенков, когда они вот такие маленькие, чтобы не пугать их. Но все равно наступает время, когда надо знакомиться с обыденными вещами. Ну, так это все происходит. Песок тут расхожает. Малыши, 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 малыши. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Малыши. Скорей, 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 скорей. Еще озирается на пылесос, но уже спокойно себя чувствует. Ну и хорошо. Будем продолжать уборку.